Сейчас вот до тут дотопаем, посмотрим, что там. Вот, какой глубины вот этой емкости, я тебе даже сказать не могу. Вот. В Америке они не плавают. Что, нырнешь туда? Лайков. 200 тысяч, и ты туда прыгаешь. Зачетно. Это походу канал водоотведения. О, видал? И вот так вот эта штука здесь что-то как-то просеивала. Вот механизм какой. Мощный. Вот что-то фиолетовое. Краска, что ли, какая-то. Большой такой комплекс-то. Только почему его забросили, непонятно. Вот тоже железные постройки. И никто их не трогает. Никто не пилит. Подписчики, это, кто знает, что это за культура? Подскажите. Ой, видал как? А, слушай, это зернохранилище. Это зернохранилище. Вот видишь, точно такие же эти. Ага. Думал, корова что ли дохлая лежит. Ага. Это сетка. Да, смотри, что наступает. Да. Не-не, это зернохранилище, это уже я понял. 100%. Вот видишь, где птички здесь обитают. Вот, что это такое? О. Это на терно, это который они. Это из чего они кашу делают? Комбикорм, что ли? Угу. Ну вот чуть-чуть зерна. О, ничего себе, я просто утонул. Я в нем просто утонул. Вот птичку вместе. Ага. Вот они и не напрягаются. Вон, смотри, какой-то агрегат вообще. Непонятный. Вон тоже, там тоже что-то такое. Это зерно, по-моему, потрошить. Сушилка. Сушилка. Странно выглядит. Да. Все вообще разбито в хлам. Там можно пройти. А, и вот эта сушилка, которая, видишь, это воздух, наверное, гоняла. А что это ее так задрали-то? Видишь, там такая турбина. Как-то работает это. Все непонятно как. Что потихонечку тут разбирают ее. Да. Вот такие вот забавные постройки были. А, здесь элеватор был. И зерно сохло, скатывалось сюда. И он его забирал. Понял? Ну как? Лампочка живая. Главное это, смотри, столбики-то кирпичные, а стены деревянные. Тоже, наверное, сушилка, видишь? Увидел, какие ворота мощнявые. Ну да, только это, скорее всего, ну, такого старого образца. Потому что... Видишь, как сделано все? Сетка такая сделана, и это все сохло. Сушилось. И вот сюда каким-то макаром. А, просто их закидывали, наверное. Видишь, она под углом сделана и скатывалась туда. Вот. Там, наверное, этот стоял. Который подавал туда-сюда. Это задняя крыльчатка от двигателя. Электро. Охлаждался, что ли.